Правильное дыхание – важная часть в жизни вокалиста, и начинать свой день нужно с зарядки легких. С этих слов начал свое выступление народный артист России. Бедрос Киркоров рассказал ребятам, какие нужно выполнять упражнения для голосовых связок, как правильно питаться, и даже поведал о народных способах избавления от насморка главного противника певцов. Во время мастер-класса некоторые участники фестиваля впервые услышали термин «белый звук» и попытались распеться. А все потому, что на фестивале собрались не только профессионалы, но и новички, которые только знакомятся с интересным миром музыки, в частности, народной. Основная цель у педагогов и у руководителей хоров и так далее должна быть так, чтобы сейчас мы не увлекались очень много зарубежных песен. Чтобы мы пропагандировали именно наше национальное, русское, было то абхазское, было то узбекское, таджикское, национальное самобытное искусство. Потому что мы не должны забывать свои корни. Фестиваль «Солнце красное» ратует за сохранение и развитие национальных культур народов России. Помогать постигать вокальные азы и совершенствовать свои умения молодым артистам будут эксперты исполнительского искусства народного жанра. Завтра мастер-класс проведет заслуженная артистка и художественный руководитель фестиваля Олеся Евстигнеева. Наша цель основная – это привлечение артистов разных жанров к исполнению народной музыки. У нас задача, чтобы в рамках нашего фестиваля были также вокалисты, танцоры, исполнители, да, музыканты. Ну, чтобы это было достаточно разнообразно, интересно и, конечно же, абсолютно народным колоритом. Помимо насыщенной программы мастер-классов и невероятных впечатлений от города, все участники получат почетные дипломы национального фестиваля. Завершится он благотворительным гала-концертом, который состоится в пятницу в 13 часов в Доме культуры «Юбилейный». Организаторы намерены проводить такие встречи ежегодно. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.